Сегодня начался досрочный период ЕГЭ-2024 в Ярославской области. На участие в нем зарегистрировались 38 человек. Для них организованы 4 пункта проведения экзаменов и присутствие наблюдателей. Как сообщили городскому телеканалу в региональном министерстве образования, апробирована технология сканирования экзаменационных материалов прямо в аудиториях, которая с этого года используется в области при проведении ЕГЭ. Досрочно сдают сегодня географию и литературу, последними поставлены на сдачу история и химия. 12 апреля. Ярославские выпускники для ЕГЭ выбрали все предметы, предусмотренные в расписании, за исключением иностранных языков.